105 миллионов долларов составил товарооборот между Казахстаном и Тюменской областью России в прошлом году. А с началом работы Евразийского экономического союза партнерство между двумя государствами вышло на новый уровень, говорят специалисты. Чем мы обмениваемся сейчас и в каких областях еще можем работать вместе, выясняла моя коллега Марала Манжолова. Тюменская область в России одна из самых крупных. В ее территорию входят такие автономные округа, как Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский. Они славятся богатством природных ресурсов и, в первую очередь, черным золотом. Именно поэтому регион называют нефтяной столицей Российской Федерации. Здесь активно внедряются новейшие технологии, развито сельское хозяйство и бизнес. По словам губернатора области Владимира Якушева, новые возможности для региона открыл Евразийский экономический союз. Взаимоотношения между предпринимателями Тюменской области и Республики Казахстан, они имеют такой уже долгосрочный характер, и мы сотрудничаем очень давно. В последнее время один из ведущих заводов Тюменской области, Тюмень-Стальмост, выполняет очень большой заказ для Республики Казахстан. Тюмень еще и край обширных и густых лесов. В регионе хорошо развита сфера деревообработки. Ежегодно казахстанцы скупают здесь 1000 кубометров сосны, а в новых условиях приграничное партнерство стало еще более тесным. Только за прошлый год товарооборот между Казахстаном и Тюменской областью составил 105 миллионов долларов. Это положительно сказалось и на социальной сфере. Укрепилось сотрудничество в таких областях, как образование, медицина и туризм. Интеллектуальный потенциал наших казахских коллег, россиян, с точки зрения выработки собственных технологий по добыче и переработке углеводородного сырья, вот это направление очень перспективное. И мы видим сегодня, что оно начинает активно развиваться в течение этого года. Тюменская область граничит только с северным Казахстаном, но при этом поддерживает тесные взаимоотношения и с западом нашей страны, где добывают нефть и газ. Россияне намерены и дальше развивать партнерство в самых различных сферах экономики. Марала Манжолова, Аслан Каженов, Берик Ушербаев, Россия, Тюмень.